Красного, они один раз участвовали на чемпионате мира в 86 году, там не прошли групповую стадию. Если бы это была хоккейная группа, у Бельгии, Марокко и Хорватии ни единого шанса. А здесь, мне кажется, в футбольной группе у канадцев шансов немного, при том, что действительно команда хорошая. 36 лет сборной Канады не выходила на чемпионат мира, единственный раз. Они играли на мундиале, и это было действительно более трех десятков лет назад.